четверг в Самарской области пасмурно, пройдет снег, местами сильный, минус 4, минус 6, днем, ночью 7-9 градусов ниже 0, ветер южный, юго-восточный 6-8, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани тучи, продолжительный снег, в дневное время минус 3, ночью минус 6 градусов, южный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, снег, днем минус 4, ночью 6 с минусом, юго-восточный 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, к вечеру сильный снег, днем минус 5, ночью 7 ниже 0, южный ветер 7 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 87%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.